Никитенко Артем 14 лет и Никитенко Владислав 10 лет мечтают об искусственной елке. Новый год – пора чудес, исполнение желаний. И, конечно, желание ребят будет исполнено, и к Новому году Дедушка Мороз обязательно принесет ребятам новую красивую елку. И второе желание – Голикова Артема, 13 лет. Он мечтает о ватрушке для тюбинга. Конечно, Дедушка Мороз поздравит Артема с Новым годом. И снежную зиму Артем обязательно будет встречать на горке. С удовольствием исполним желание ребят.